подходишь, и вот здесь уже вообще не интересно. Понимаешь, то есть это надо расчетить. Я исхожу из того, что перед тем, что вот какой-то взрыв, должен быть затишье, понимаешь? Да. Затишье и какое-то вот оцепенение. Вот мне вот здесь вот этого хочется, понимаешь? Вот оно вот очень, мне кажется, вот не суета вот никакая, а вот какой-то... Это будет контрастом по сравнению. Иногда вот композитор что-то убирает, да, вот убирает, да, или как-то без аккорда уже. Вот. Но здесь, конечно, не так, но здесь можно убрать немножечко вот как бы вот сам как бы придать новое вот этому измерению, не знаю. Ну, может быть, я глупость говорю, не знаю. Мне кажется, что-то интересно здесь можно найти еще последний. Сюжет такой. Да, вот я хочу, чтобы оно было другое, да, то есть не такое. И потом вдруг станет торжествующее уже такое. Вот так. Посередине вот тоже. Вообще лучше стало, мне кажется, интересно. Вот так вот, если еще вот эти моменты, да, то еще лучше.